Грустный и веселый. Детский сад наш на здание. Здравствуй, здравствуй, школа. Чудо наш, Господи!
Ага. Детский сад? Нет. Снова спать. Снова спать, ну то, что придумал, тебе сейчас целых 20 лежишь, притворяешься, что спишь. А я спать не собираюсь, можно молча полежать, главное не схлопотать. Мне интересно, давайте помечтаем, кто не в жизни хочет сад, я бы в магазин пошла продавать игрушки, приглашаю вас с собой, милые подружки. Хочу я, ребята, художественно, чтоб небо и солнце и дом рисовать, еще нарисую цветы и лужок, на тонкий травеньке появляется жучок. А я буду жарен, речи взятый яркий, буду козе придеть, подарки получить. Я в могиле скоро стану, платье длинное достану, надену черные чурки, туфли, спинки, каблучки. И тревога всем молчать, воспитатель дал всем спать. Посмотрите-ка на них, спать не собираются, надо мною целый час просто издеваются. Голова уже трещит, кто болтает, кто не спит. Мы не знаем, это кто, потому что спим давно. Апчи! Будь здорова. Всего тихо. Я здоровье желаю, что она глухая. Я не слышу, я спала, собрала разы. Бывает, что во сне тихает. Перестаньте все, у нас вы забыли тихий час. Ой, смотрите, мышка, усыли и на подушке. Еще какая, что сейчас как там, бабушка. А очень красный казак. Закрывайте все глаза. Нет меня с вами в покое. Бегру, спи, ну что это такое? Слышите, мы тоже храпим, притворяйте, что спит. Я когда получится, а мне зрибов подвеча, меня за руки шипаешь. Я ей вовсе не мешала, я подушку поправляла. Дети, спите тихий час, точно знаю я для вас. Сон дневной полезен все же. И ночной полезен тоже. Ну-ка, глазки закрывайте и скорее засыпайте. Чтобы просто так лежим, а давайте пошалим. Ура! Bye.
Пока, как человек справа, сними со мной.